Клещ, зудень повредил молодой саженец. Сверху вот такой вот бугор, под низом вот выемка с войлочным опушением. Вот ниже лист, точно такой же. Нужно опрыскивать от клещей. Основная проблема это, конечно, саженцы, распространение посадочного материала зараженного. Поэтому лучше всего, конечно, обрабатывать черенки, саженцы, а также меньше, я бы сказал, шататься по чужим виноградникам, чтобы с собой не принести. Войлок буреет, становится в цвете бурого цвета. Возможно, там даже яйца еще есть. А вот молодое повреждение. Вот он, старый бурый налет. Появление зудня в наших краях, я считаю, связано с потеплением климата. 25 лет я даже и понятия не знал, что есть такой вредитель и что он может у нас жить. Ну а теперь вот встретились.